дорогие друзья, жители и дети этого удивительного и прекрасного города, одного из самых красивейших городов на Земле. Вот вдумайтесь, человечество тысячи лет смотрело с неба, пытаясь ответить, а что там? Родился на Смоленской земле удивительный мальчишка по фамилии Гагарин, Юра Гагарин, окончил сельскую школу, пошел учиться в профтехучилище, затем учился в техникуме, блестяще окончил военное училище и стал летчиком-истребителем. И по призыву Королева, главного конструктора, попал в отряд космонавтов. И в этом отряде проявил недюжинные способности. Что такое прорыв, первый прорыв человечества в космос? Это прежде всего наши великие победы. Ваш город вот здесь впитал все самые выдающиеся победы. Ленин в 17-м, когда распадалась страна, говорил, мы победим, и собрали в единый Советский Союз под идеей дружбы и братства народов труда в единую державу. Ваши отцы и деды говорили, мы победим, строя прекрасную промышленность, создавая великолепное образование и науку, и они победили. Ваши отцы и деды, защищая этот славный город, говорили, мы победим фашизм, и победили, доказав всему миру, что советский солдат, советский офицер и советский командир во главе с Жуковым в состоянии одерживать великие победы. И вот когда американцы наделали уже много ядерных ракет и сбросили на головы японцев, тогда стало ясно, что если мы не победим в космосе, нам снова будут угрожать. И тогда Королёв вместе с Гагариным и другими создали ракетно-ядерный щит, и первый прорыв в космос нашего спутника ошеломил тогда всю планету. В 1958 году впервые после войны весь мир демонстрировал, что он умеет делать в Брюсселе на мировой выставке. Все с изумлением ходили и смотрели первый спутник Земли, который запустила советская страна. Все с восхищением смотрели на первую в мире атомную станцию, которая уже была построена на наших просторах. Все с восторгом смотрели на нашу машину «Волгу», которая получила гран-при и была признана лучшим легковым автомобилем. Все с восхищением смотрели на первый самоходный комбайн, который сделали рабочие инженеры на Ростовской земле. И все с восторгом воспринимали космическое открытие. А когда Юрий Гагарин поднялся к высотам космоса, Джон Кеннеди с горечью сказал: «Советская наука и советская страна оказались самыми талантливыми. Мы обязаны их поздравить, но мы должны все сделать, чтобы ликвидировать это отставание». И прислали к нам свою комиссию. Я читал их доклад и ахнул. Там была глава, которая гласила, что знает Иван и чего не знает Джонни. Они пришли к выводу, что мы их обогнали прежде всего в школе. Наши школьники лучше учились. На студенческой скамье наши студенты были более талантливы. Наши инженеры и ученые оказались самыми передовыми в мире. Запомните, вы живете в тысячелетней державе, и впервые тогда в истории наша страна и в области науки, техники, образования и социальных гарантий была первой державой мира. И поэтому Гагарин не только открыл космос, он доказал всей планете, что если думают о человеке труда, если думать о детях, женщинах и стариках в первую очередь, то это самое гуманное общество. И Гагарин вместе с Королевым, Курчатовым и Келышем спасли мир, создав ракетно-ядерный паритет. Он и сегодня нас с вами охраняет. Поэтому давайте дружно трудиться, хорошо учиться, уважать свою державу, свою тысячелетнюю державу и помнить, что в дружбе народов рождаются новые открытия. С праздником, с этим удивительным днем космонавтики. С праздником, друзья! Итак, поем все вместе! Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром замер,
космодром. И сказал негромко он сказал, поехали. Он смахнул рукой, словно вой победитель питерской пронесся над землей. Словно вой победитель питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил. В той степной дали первый старт земли был признанием ей в любви. Он сказал, поехали. Он смахнул рукой, словно вой по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вой по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд нежен был и прост, людям свет, как дан конес. Он сказал, поехали. Он смахнул рукой, словно вой по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вой по питерской, питерской пронесся над землей. 3-4, поехали! Все желающие, подходим и смотрим в небо. Куда улетела ракета? Север входит-то. Расходимся на свои места. Встаем между ребятами. Из правой ноги. Оп! Оп! И еще раз. Поворот! Направо! Руки! Поворот! Молодцы! И вперед! Вперед! 3! И шаги! 2, 3, 4, 5, 6! Начало!